Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Давайте выполним упражнение номер 130 на странице 76. Прочитайте, спешите, вставляя пропущенные буквы. Приветливо. Вставляем букву И. И еще одну И. Прекрасно. Вставляем букву Е. Медленно. Вставляем букву Е. Аккуратно. Вставляем букву А. Завтра. Вставляем букву В. Хорошо. Вставляем две буквы О. Быстро. Вставляем О. Вместе. Вставляем Е. Далеко. Вставляем А и Е. Впереди. Вставляем две буквы Е. Вдалеке. Вставляем букву А и Е. Теперь. Вставляем букву Е. Вчера. Вставляем букву Е. Интересно. Вставляем букву Е. Весело. Вставляем букву Е. Налево. Вставляем букву У. Записываем. Приветливо. Прекрасно. Медленно. Но, аккуратно, завтра, хорошо, быстро, вместе, далеко, впереди, вдалеке, теперь. Вчера, интересно, весело, налево. Подберите каждому наречию антоним. Приветливо, грубо, прекрасно, ужасно, медленно, быстро, аккуратно, небрежно, завтра, сегодня, хорошо, плохо, быстро, медленно, вместе, врозь, далеко, близко, впереди, сзади, вдалеке, вблизи, вчера, сегодня, интересно, скучно, весело, грустно, налево, направо. Назовите имена прилагательных, от которых образовались выделенные наречия. Приветливо, приветливый. Прекрасно, прекрасный. Медленно, медленный. Аккуратно, аккуратный. Хорошо, хороший. Быстро, быстрый. Интересно, интересный. Весело, веселый. Назовите наречия, которым можно подобрать синонимы. Приветливый, вежливый, прекрасно, чудесно, быстро, скоро, интересно, увлекательно, весело, радостно. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.